Привет, дорогие друзья, с вами Saints Sam, и мы продолжаем играть в открытую бета-тест Doom. Сейчас нас ждет командный бой. Так, поехали. Я бы не отказался от аптечки, честно говоря. Вот аптечка подвалила. Лидерство захвачено. Так, хорошо. Там раскидали всех? Да. Есть! Рукопашка. Ну, правда, рукопашка тут, как обычно, себя показывает очень плохо. Я... Пока убьешь, тебя уже дважды успеют подловить и замочить в ответ. Но так же ж неудобно сделали. Понятно, что это прикольно, там, эпичненько выглядит. Но по факту, на практике, вообще жутко-жутко неудобно. И не надо так делать вообще. Готовы, красавцы. Есть. Кто там по нам так заливает истерично, а? Хорошо. Луна демона скоро появится. Луна демона? Взять бы ее. Ух ты! Появилась прямо подо мной. Демона. Замечательно. А теперь всем смерть. Ну куда ты, а? А как насчет погибнуть? Так. Что это никого не... Все боятся меня, что ли, бегают? Привет! Ух ты! Так, почему-то он не от меня погиб, хотя я в него прям в ноги ракету ему запихал. Так. Есть. Неприкасаемый. Ах ты, добили меня, сволочи. Появился враг Ревенант. Ну да ладно. Ай, блин, он мигал с этим, его можно было бы забить, наверное, сейчас руками. Появился союзник Ревенант. На ладушке. Первое место, все как надо. Здесь нету голосовки, интересно, а где она делась? Кто-то подобрал, что ли? О, я вот рукопашкой добил, кстати, без анимации, просто добил. Хорошо. Так, побегаем немножечко с дробовиком. Броньку бы поднять где-нибудь побольше, чем пятерочка. Было бы замечательно. Так, стырил фраг, ну, сори. Сори, человек, неважно все это. Так, вот броня есть неплохая, хорошо. Прилетела моя ракетка к нему. Есть. Зверство. Отлично. Нету еще, нету. На. Зверство. Отличненько, зверство. Кровавая баня. Ой, там здесь стреляют. Это всюду. Валить. Похилились. Еще. Шо. Ух ты, кто-то кого-то сейчас. Воу, туда тут только из базуки надо лезть. Ё-моё, вот это фарш. Так, отличненько пока. Осталось убить 10 врагов. Угу.
Хе-хе-хей, привет. Союзник, союзник. Что-то немножко начало подергиваться. Этот, с камерой, если не ошибаюсь. Как будто фризит. Странно это. Ну ладно. Пять врагов осталось убить. Ну, покажите мне оставшиеся пять врагов. Где вы тут? Так, есть. Два врага осталось. Ух ты, размолотила как. Победа. Отлично, друзья. Ну что ж, несложно. Совершенно в легкую выбили. Здорово было. Так. Что мы получаем в награду? Опыт у нас уже не дается, потому что у нас максимальный уровень, по сути. 15-й в открытом тесте это максимально. КД 5,5. Неплохо, неплохо, хочу вам сказать. Награды внешний... Так, вид нам не дали никакой, потому что выше уровень уже не поднять. Ну и ладно, фиг с ним. Так, персонализация. Настройка персонажа. Так, шлем. Такой, какой есть только, да? Хорошо. Нам нравится. Все, в принципе, хорошо. Давайте еще партийку зарубим, посмотрим. Никто не прожимает кнопку «Готов». Почему-то. Так, посмотрим, как там. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зачем же вы так, ребятки? Кошмар какой. Неужели приятно смотреть на себя вот такого? Ну, не знаю, мне этого не понять никогда было. Это как взять, вылить на себя банку краски и выйти из дома, пойти в магазин за хлебом. Но та же самая аналогия. Вот хочется вот тебе побыть красочным попугаем. Ну, сделай так. Никто же так не делает. Но при этом в играх выливают на себя литры раскраски всякой. И думают, что это красиво. Почему так? Не знаю. Ну что ж, загрузка, друзья, есть. Угу. Пять. Четыре. Поехали. Три. Два. Один. Ясно. Ах, ты ж кинул гранату вампиризма. Вот же сволочь, ну ладно. Так, этого я забил. Вот знаем, сейчас товарищ едет. Да, только ты... Ах, ты ж осталось у него... 80 хп, кстати, осталось. У него очень бронированный был. Неплохо, ладно. Лидерство потеряно. Мог бы сейчас рукопашкой забить, да не забил. Ладно, бог с ним опять. Не пойдет за мной, что ли? Пойдет, как миленький пойдет. Тут... А, лава! Ну ладно, напоследок я успел его забрать. Модуль панцирь активирован. Модуль панцирь. Так, выбираем всю эту радость. Лидерство захвачено. Эй, товарищ помог наш. Ну и хорошо. Так, второе место пока плохо. Кстати, маленьким счетом достаточно. Ну ладно. Руна демона скоро появится. А вот и руна демона у нас здесь образовалась, друзья. Не туда, не туда, не туда. Черт, сразу же появился. Ах ты ж, сволочь. Надо забить его, надо забить, друзья, обязательно, чтобы ты не стало. О, бронька. Черт, я мог бы его рукопашкой... А, я его рукопашкой добил. Кстати, ревенанта добил рукопашкой. Ух ты. А это неплохо, по-моему.
Да. Сдохните. Все смылись от меня? Воу, отлично. Ах, ты же успели добить, там осталось 2 секунды. Черт подери. Модуль панцирь активирован. Ну ладно. Так, этого разобрал. Дальше. Демоническая одержимость закончилась. Черт, а еще из автомата, что ли? Ничего себе. Ладушки. Давай-ка дальше, друзья. Сейчас разберемся тут. Есть. Готов. Отлично. Ну-ка, Пашка. Ах, ты не успел. Еле-еле вытягиваем. Надо сходить за гауссовкой. Первое место. Хорошо. Нету, кто-то забрал. Нифига себе. Меня уже забрали без проблем. Ой, блин, у чувака квада. Ух ты, как хорошо, что его забрали. Или мне показалось? Да вроде не показалось, хоть реально было. Ну ладно. Мститель. Мститель. Есть. Уходим в отрыв. Она скоро появится. О! Появилась руна демона. Появился. Отлично. Союзник Ревенант. Давай я за тобой. Будем прикрывать. Ой, отлично. На полпути к победе. Ух ты, здесь можно слезть. А я вот и не знал. Размолотили. Так. Гранатой забил и руками. Хорошо. Ну, в смысле, руками, базукой. Замечательно. Так. А, там кого-то, по-моему... Он взял эту штуку, нет? Союзник демон убит. Нет, не взял. Осталось убить 10 врагов. Я подумал, у него сейчас квада будет. Нет, у него квада не было. Появился враг Ревенант. Чё думал убьюсь, нет? Все в порядке. Ох ты, блин, двое. Ну ладно. Вот бы мне гауссовку, и Ревенант бы быстро отвалился. Все, закончилось. Есть, вперед. А. Ну ладно. Товарищ помог, как говорится. Так, дробовик. Оп. Зверство. Осталось убить 5 врагов. Ай, почти хотел бы копашку добить. Мог бы, кстати, добить, но не добил. О, ладушки. Неважно. Все равно, по большому счету, это уже ни на что здесь не повлияет. А еще... А я убил гранаты, и меня убили. Все понятно. Один враг остался. Окей. Там, кстати, квада лежит. Все, лимит очков.
Победа. Ну что ж, давайте посмотрим, на каком я месте, друзья. Первое место. Почему-то я подсвечен фиолетовым цветом. Бабах. Ну что ж, вот так вот мы отыграли два матча. По-моему, было весело. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите свои мнения в комментариях, друзья. Скоро бета заканчивается, поэтому будем ждать уже полной версии. Мне лично Doom очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Будем играть в полную кампанию. Ну и потом в сетевую. Уже по факту, если будет интересно. И с вами прощаюсь. Еще услышимся. Пока.